Скажи SkyDextra. Понятно. Открывай Беллу. Это прямой эфир в Инстаграме. I feel I've been here once before. Как тебя зовут? Меня Диана. Тебе сколько лет? 8. Громче говори. 8. 8? Ты приехала прыгать с парашютом? Да. А у тебя в семье есть парашютисты? Да. Папа? Я тоже хочу прыгать. Потому что я хочу потрогать облака тоже. Дай ты. Как тебя зовут? Маша. Ты приехала прыгать с парашютом? Да. Зачем? Просто захотела. Захотела? Страшно тебе? Нет. Нет? Или чуть-чуть? Чуть-чуть. Ты будешь прыгать с парашютом? Да. Дай пять. А вдруг скажи, нельзя прыгать, строил. Понятно. Открывай Беллу. Ты прыгал уже или нет? Да. Когда? В прошлом году. В прошлом году? И какие у тебя были ощущения? Очень прикольные. Ты хочешь повторить? Ага. Дай. Приехал? С братом. Ребят, ну, отлично, сейчас прыгнем. Прыгает один, прыгают все. Делай вопреки, делай от руки, мир переверни, небо опроки. В каждом наброске, в каждом черновике учитель продолжается в своем ученике. Всю мою жизнь я иду ко дну, всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну. Они сказали нас, поздно спасать и поздно лечить. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон самсары, круговорот людей. Ой, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама, нас не стереть, мы живем на зло. Пусть не везет, но мы свое возьмем. Это небо вместо сцены, здесь все вверх ногами. И эти звезды в темноте, тобой зажжены фонари. Тысяча меня до меня и после меня будет. Тысяча меня и в тысячах не меня, тысяча меня. И мы снова вдребезги, и нас не починить. Плевать.
знать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, каков закон сансары. Ну рассказывай, как это было? Супер! Супер! Опять! Еее! А ты еще отбегай! Нет, понравилось? Да! И голосами и детей. Мне так было страшно. Ну парашют раскрылся, но как-то наверх полетели, я такой, господи, как... Вы это... просто притормозили скорость падения. У меня шапка как будто вот так вот залетала как-то. Я ее вот так вот иногда. Понравилось? Да. Что скажем одноклассникам, которые еще не прыгали? Когда меня не станет, я буду петь голосами. Мои немного полетали. Сальтуху делали? Да. Понравилось? Угу. А что ты там натворил? Я ничего не натворил. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, каков закон сансары. Круговорот людей, ой, мама. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, каков закон сансары. Круговорот людей, ой, мама. Скажи, что это понятно?